Приветствую! Вы на канале Второй Ангел Планеты, и давайте посмотрим. У нас сегодня новый расклад, называется он «Союз отношений». Что же в ваших отношениях сейчас происходит? Расклад для тех, кто в отношениях, у кого есть встречи, у кого есть общение, у кого эти отношения более-менее сложились, и уже надо посмотреть, что происходит в отношениях. И, конечно же, мы сейчас это все посмотрим. Расклад рандомный. Проиграется не у всех, не у каждого и не в такой точности, потому что он не личный. И он, естественно, интуитивный. То, что мы сейчас будем смотреть, да, не забываем, что это все интуитивные вещи, нативные вещи, считывание полей. И понимаем, да, что это бессознательное, коллективное бессознательное, как говорил Юнг. И мы сейчас погружаемся в него и смотрим, что у вас там. А ты пока не забудь подписаться, поставить лайк. И, конечно же, в комментариях не забудь написать, какую колоду вы выбрали. Первая колода у нас — это колода «Повседневный оракул ведьм». Вторая — это «Круглое таро», «Колесо жизни», а это у нас «Колесо года». Два колеса сегодня. Круг года, да, круглое таро, «Колесо года», «Колесо жизни». Так, ну что, про нынешний союз, да, давайте посмотрим. Сосредоточьтесь, кто выбрал колоду номер один. Сейчас будем смотреть, пока это отложим. Номер два и три пока отложим. Что же у вас в нынешнем союзе, да? Что удерживает, что у вас в отношениях и какой вы видите себя в этих отношениях? Все это об этом. Итак, если для женщины, да, какой вы видите себя в этих отношениях? Давай посмотрим. Угу. Довольно-таки умеренный, традиционный, довольно-таки спокойной, уравновешенной. В принципе, это хорошее, уравновешенное, традиционное, уверенное состояние в этих отношениях. Вы, значит, доверяете партнеру, значит, можете на что-то в дальнейшем рассчитывать. Вы уверены в себе, спокойны. Можно дальше жить, наслаждаться жизнью, дальше строить планы, потому что вы достигли этого, скажем так, зена в отношениях. И каким видит себя партнер в этих отношениях? Не понимает вас, в иллюзиях. Знает, что вы в иллюзиях, не хочет их сбивать. Если честно, он тут их и не сбивает. Да, вот по этому аркану можно сказать, что, ну так, с усмешкой относится, что много хотите, но посмотрим, как будет. Будет-то по-другому, нежели чем хотите. Мечтать не вредно. Каким видите вы партнера своего? Большие надежды возлагаете. Это опять же связано с иллюзиями. Большие надежды, большие мечты. Пока только судьба светит, да, звезда светит, путеводная звезда светит. Пока только все идет к тому, что это все очень много иллюзорно, но в то же время мечтают люди тогда, когда они уверены друг в друге. Вот тут вы, конечно, уверены друг в друге. Это мы посмотрели, каким вы видите, да, своего партнера. Какой он вас видит, мы посмотрели. Он, понятно, что с иллюзиями, но в то же время он не готов их не разрушать и сам. Да, идет, на них ведется. Давайте посмотрим, что вас объединило в прошлом, что в ваших отношениях вас объединило. Общие планы. От чего-то вместе уходили. Возможно, заблудились, возможно, так произошло, что объединило то, что вот грянул гром, да, и наконец-то вы вместе. В
Вот, ну, не случайно. Тут прямо не случайно. Тут прямо были какие-то цели и мечты, которые вас объединили. И не случайно вы на них надеетесь, и не случайно вот гром грянул, и не случайно вы удерживаете эти отношения до сих пор. Ваши встречи не случайны, ваше объединение не случайно. Хоть и тут и иллюзии, но именно они вас и объединили. Не все в этих иллюзиях, иллюзия, что-то из этого реализовать можно, что-то просто не быстро. Хочется быстрее, чем в назначенное время. Что удерживает вас в настоящем союзе? Давайте посмотрим. Обязательства и удерживают. Как вот тут вот подняли, да, меч, что надо вот это сделать, надо планы строить, надо идти к будущему. Так вот тут его и держите, и продолжаете держать. Продолжаете идти по обязательствам. Продолжаете просто выполнять то, что нужно. Потому что эти цели, мечты и желания, они сильно амбициозные. Мечи, они вообще амбициозные. Если посмотреть по вашим амбициям, что вас объединяет, да, вы готовы учиться, развиваться, готовы изучать новое, для того, чтобы достигать и добиваться целей, и при этом вы требуете то же самое от партнера. Это завышенные требования, а ты вот это сделал, а вот это сделал, или у партнера тоже требования, а ты вот это сделала, потому что это надо для того-то, а для чего это надо? Вот для этого, потому что тут хочется и сердца, и любви, и развития, и денег, и замков. Тут вот и сердечки, и книжки, все, что вы хотите, да, вы пытаетесь как раз получить это все через то, чтобы все сделать, все выполнить, все правильно сделать. Прям вот как надо, да, потому что тут есть вот эта вот уравновешенная традиционность, которая от вас просто-таки требует, да, что надо быть такими, что вы понимаете, что вы хотите. На самом деле вы понимаете, чего вы хотите в отношениях. Понимаете, что очень много иллюзий, понимаете, что это долгая, упорная работа. Другой вопрос, насколько вас хватит. Иногда надо отдыхать от этого всего. Давайте смотрим дальше. И что ждет союз в будущем, да? Посмотрим. Очень хорошая карта, хороший расклад. Тут и деньги, и достижения успехов, и результатов. Вы в партнерстве, в нынешнем союзе, как в команде, потому что это у нас туз пентаклей. Потому что это о принятии, это о доме, это о любви, это о благосостоянии в высшей степени. Не зря здесь и солнце, и большая денежка пришла, да, прям деньга, денежище. Не зря тут есть все, чего вы прям так хотели добиться. Я бы так сказала, тут очень хорошо работают над отношениями, тут хорошая командная работа в первой колоде, да, для тех, кто выбрал первую колоду. Повседневный ведьмин оракул. Тут хорошая работа в нынешнем союзе, потому что любовь приходит и уходит, кушать хочется всегда. Вы сами понимаете, что вы делаете, куда идете, как идете, к чему стремитесь. Может быть, не хватает какой-то чувственности, но вот чувственность компенсируется достижением результатов. Вас это и объединило, по сути, да? То, что вы, чего вы хотели, вы получаете, вы получили. Вы достигаторы, да, результаторы, хотите вот результатов во всем. Если уж отношения вы добились, достигли этого, то это для вас тоже результат. Поэтому пошли дальше. Чего хотим? Ага, хотим достижения вот таких-таких результатов, благополучия, благосостояния. Отлично, вместе все это сделаем и любовь сохраним, да, потому что туз пентаклей это также о том, что мы друг друга принимаем и живем в доме, и продолжаем совместный быт, совместную жизнь. Насколько вас хватит, да, когда я говорила этот момент? По достижению результата в этом аркане есть отдых, перерыв и, конечно же, силы и ресурсы для дальнейшего движения.
для дальнейшей реализации. Тут поэтому хорошо хватает. Тут энергии много. У людей достаточно энергии, чтобы развиваться. Это у нас была колода номер один, повседневный ведьмин оракул. Для тех, кто выбрал колоду номер два. Круглое колесо жизни. Круглое таро. Сосредоточьтесь. Давайте посмотрим, что у вас в нынешнем союзе, да. Какой вы видите себя в этих отношениях. Тут хорошее партнерство. Тут любовушка, влюбленность. Вы видите себя влюбленной, вы готовы отдавать, вы зеркалите друг друга, вы друг с другом на одной волне, если даже вы разные, то разные не во всем, а так по факту вас как раз это объединяет, влюбленность друг друга, вы видите себя похожей на партнера, и партнер видит себя похожей на вас. Вы нашли точки соприкосновения, да, и слились в таком едином танце схожести. И тем не менее, есть, конечно же, между вами разница. Люди разные, но именно в момент влюбленности вы нашли друг другу подход. Какой он видит себя, да, в этих отношениях, если это было для женщины, какой он видит себя в этих отношениях? Ну, тут я бы сказала закрытым. Тут отсвечивает у нас немножечко закрытым. Человек себя видит в этих отношениях. Если вы понимаете, что вы зеркалите друг друга, то до конца человек не раскрывается. До конца не понимает, что от него хотят. И каким вы видите своего партнера, давайте посмотрим. Довольно-таки стабильным. Партнера вы видите стабильным. Вот я сейчас покажу. Тут о стабильности. Как себя партнер видит закрытым. Тут о стабильности. Вы видите партнера стабильным, умеренным, на семью, на благосостояние, на благополучие, нацеленного, что можно с ним расслабиться, строить быт, что он вам нужен, что он вам обеспечит все то, чего вы так хотите, что все это он вам сможет дать. И давайте посмотрим, что у нас происходит, что объединило в прошлом, да, ваши отношения. Ну, конечно же, это любовь. Конечно же, это состояние дхармы, свадхистаны, состояние творческого, любящего пути, состояние благодарности, состояние того, что вам вместе хорошо проводить время. Вы себя чувствуете хорошо с этим человеком, и ему с вами хорошо. И это, в принципе, вас объединило. Что удерживает союз? Успешное ведение дела удерживает. Помощь, взаимовыручка, когда в команде, в семейной, в гражданской жизни одному плохо, другой помогает, потом другому плохо, первый помогает. Мы всегда живем в этой взаимовыручке, и поэтому достигаем успеха, когда мы друг другу помогаем, когда мы отдаем. Тут идет, конечно, возможная помощь и вам со стороны обоим. Особенно, когда в семье есть ребенок, да, тут и ребенок может быть задействован в отношениях. Тут идет помощь, помощь извне, помощь высших сил. И союз этот удерживается, да, не дает распадаться. Что по этому аркану можно сказать? Идите и помогайте людям. Люди в вас нуждаются, они готовы доверять, лишь бы вы им помогли. Конечно, это создает доверие и, конечно, создает уважение.
И когда вы отдаете во Вселенную, Вселенная вам тоже возвращает. Поэтому не бойтесь помогать, и в ваших отношениях будет благополучие. Это хорошая карта, хороший аркан, да, на позицию, что удерживают в союзе. Это хорошие моменты. И давайте посмотрим, что ждет в будущем. В будущем пока идет развитие, пока на отношения идет развитие. Дракона надо усмирять. Не совсем поняли друг друга, да? Вот тут вот вы, может быть, друг друга зеркалите, и вы похожи. Но когда идет процесс доверия, дальнейшего развития, доверия, взаимопонимания, идет процесс притирки, кто-то вспыхивает, кто-то может агрессировать, кто-то ругаться, кому-то что-то не нравится, деспотизировать, эмоции свои проявлять. И одному надо быть терпеливым и успокаивать, а другому надо успокаиваться. И так как вы тут друг друга зеркалите, да, отражаете, один эмоционирует в одном плане, другой в другом плане, один агрессирует в одном плане, в одной области, другой агрессирует в другом, в другой области. Так получается у вас, что вам надо будет искать этот баланс, это равновесие. Один сагрессировал в одном, другой человек его успокоил, партнер успокоил. Потом наоборот, да, происходит. Кто-то в другом переживает, может быть, не агрессирует, но больше переживает и нервничает. Значит, тут надо успокаивать. И тогда, да, дракон будет побежден, укрощен. Это своего рода риск. Особенно, когда это происходит у женщин, когда происходит взрыв на макаронной фабрике. Все ее переживания выливаются на мужчину. Тут надо просто подойти и обнять. Сказать, что все будет хорошо, все мудаки, а ты солнышко. И тогда женщина расслабится, да, она будет, вот этот огонь потухнет, погаснет. А если кричать будете в ответ, то не погаснет, будете распалять. Это, естественно, на развитие отношений. Очень много риска, но риск в доверии. Риск идет в доверии. Женщина имеет право с мужчиной расслабиться, имеет право вот тут проявлять свои эмоции, имеет право проявлять свою женскую суть, что она в безопасности может понервничать и поругаться, потому что если женщина не кричит, не ругается, это тоже о том, что ну, что-то не так, да, она слишком спокойна, или что она замышляет, о чем она думает. Это вот просто разговор к мужчинам. Если женщина готова поругаться, понервничать, и мужчина это увидит, значит, она тоже тут ему доверяет. Это эмоциональное состояние надо куда-то выплескивать. И если оно выплескивается, то хорошо, что оно выплескивается в доверии, да, не выплескивается оно в закрытом состоянии. И женщина таким образом дает понять мужчине, что она готова работать дальше над отношениями. Если женщина не выплескивает это эмоциональное состояние, то не готова. Здесь не будет готовности работы в отношениях, не будет взаимопонимания, не будет открытости. Поэтому, мужчины, дорогие мои, подходим, обнимаем, понимаем, что это доверие. Вы можете с женщиной поговорить, что вот так и так надо, так и так не надо, но зато это о доверии. Это у нас была колода «Круглое Таро. Круг жизни». У нас про жизнь сегодня расклады. Расклады про жизнь и о жизни. Это была колода номер 2. Давайте посмотрим в нынешних отношениях колесо года. Еще одно колесо. Сегодня мы пойдем по жизни. Кто выбрал колоду номер 3? Колесо года. Там круг жизни был, да, оно тоже такое круглое, как колесо, а это колесо года. Давайте посмотрим, что же в ваших отношениях, да, какой вы видите, что объединяло, что удерживает, что будет, чего ждать. Давайте посмотрим, какое вы видите себя, да, в этих отношениях.
Тут о стабильности, тут о том, что женщина может создавать себе домашний очаг и быть счастлива, что мужчина для нее сделает все, что угодно. Построит дом, посадит дерево, и она будет жить в защищенности. Вот тут вот прямо такие без палок по сторонам, по краям стоит защита, стоит дом на дереве. Дом уже вырос, да, он растет, он в растущем положении, а это значит, растут и развиваются отношения. Дом будет на дереве тоже вместе с отношениями расти, развиваться, будет развиваться. Женщина чувствует себя защищенной. И на самом деле, да, для мужчин, женщине нужна эта защищенность, нужно ей построить этот быт, иначе не будет она его создавать. Не построив женщине быт, не построив комфорт, вы никогда не увидите любви. Это надо сделать для того, чтобы вы в ответ любовь получали. Для мужчины, да, вот тот момент такой, что действительно женщина, она создает быт уют, но чтобы ей все это создать, надо, чтобы вы защитили. Это чтобы была защищена Муладхара, попа прикрыта, дом, защита ваша, защита дома. И ее спокойствие, тогда будет гармония в отношениях. Какой мужчина видит себя, да, в этих отношениях, каким? Он видит себя партнером, видит, что вы друг другу помогаете, что идти вам вперед далеко, что те же самые жезлы, которые здесь защищают, они же вас и подталкивают, прямо в спину поддерживают, чтобы вы шли вперед, чтобы вы не сдавались, чтобы вы работали вместе и над отношениями, и над целями. Тут солнце еще не село, дом еще далеко до каких-то целей, да, еще идти. Но он готов идти или за вами, или с вами. В принципе, женщина, да, указывает, показывает путь, куда идти, в каком направлении двигаться. А мужчина, да, соглашается, он в это вовлекается. Женщина вовлекает, говорит: о, смотри, как классно, у нас арбузы тут, там вон дом впереди, там вдали, это наш дом, пошли туда и все для него делать. И мужчина согласен, он вместе идет и делает. В принципе, да, тут хороший момент. И каким вы видите своего партнера, давай посмотрим. Каким вы? О, тут прямо все о партнерстве у нас, все о дружбе, партнерстве, о доме, о гармонии. Что вы друг друга поддерживаете, что вы готовы дальше выращивать результаты совместно. Как вот эти вот подпорки для фасоли, для ростка вы делаете, так вы друг для друга делаете. Один другого поддерживает, другой первого партнера поддерживает и дает возможность расти, дает возможность развиваться. И солнышко светит, да, тут, в принципе, партнерские отношения прямо во всей красе. Давайте посмотрим, что вас объединило в прошлом. Мужчина вас и объединил. Возможно, это была и какая-то дружба, возможно, были какие-то такие отношения, но все равно были хорошие отношения, потому что тут идет собака. Собака – символ верности, дружбы и принятия. Человек принимает другого, какой есть. Принятие вас объединило, и мужчина своими проявлениями вас объединил. Он, возможно, тот еще баламут, да, ну вот все, что он затеял, все и ведет к любви, к судьбе, к развитию благодаря этому мужчине. И благодаря вот верности, да, какой-то уверенности, благодаря стабильности. Человек на самом деле пошел на риск, и кто не рискует, тот не пьет шампанское. Не просто так судьба вас свела, тут хорошее сведение судьбы вас в ваших отношениях. Что удерживает вас в союзе в настоящий момент? Так, ну тут у нас как в первой колоде. Пройдемся по обязательствам. Удерживает, что надо то делать, надо все. Тут, конечно же, и бытовуха пошла, надо выполнить все, надо, конечно, все то, что мы хотим, чтобы в стабильности удерживать или как минимум развивать, надо все делать. А кто это будет делать, если не вы? Ну,
хорошо вы. Также есть в отношениях критика, что вот ты так не делаешь, ты так не делаешь, ты не так делаешь. Но с другой стороны, может быть, эту критику, если она действительно у вас есть, можно трансформировать, да, в то, что давай сделать, а как сделать? Сделай, пожалуйста, вот так, да, а не критиковать. Тут я бы даже сказала совет карты. Нервничайте, переживайте, сопротивляетесь, потому что хотите стабильности. Просто стабильность. Где всегда стабильно? Ну, например, всегда люди умирают, всегда на кладбище стабильно, там кресты всегда стоят. Если хотите развития, то, конечно же, надо куда-то двигаться. Не в комфорте, все равно надо куда-то двигаться, куда-то развиваться. Не сидеть на месте, да, без застоя. И что союз ожидает в будущем, посмотрим. Ага, замечательная любовь, полная чаша. Благородное терпение, ожидание приносит свои плоды и свое вознаграждение. И это о благодарности. Поблагодарите себя за то, что для женщин вы сама у себя такая классная, хорошая есть. Поблагодарите Вселенную за то, что вам дали такого мужчину. Поблагодарите его за то, что он у вас есть. Поблагодарите за то, что вам все дали в этой жизни, что вы захотели. Это о благодарности. О том, что проходят вот эти вот, да, холодные времена осуждения, какого-то сопротивления. Если это все перевести в благодарность. Благодарность – это высшая форма любви и принятия. Высшая форма того, что вам Вселенная дала. Высшая форма, которая помогает удерживать союз. И тут феечка прямо нагреется около свечечки. Это высшая форма того, что я согласен или согласна на то, что ты говоришь. Я буду поддерживать этот огонек, и я же от него буду греться. И благодарить его. Да, это праздник души. В данном раскладе, да, здесь о празднике, о том, что свеча горит, она и негатив отжигает, и в то же время она во имя богов зажигается, это тоже благодарность Всевышнему, благодарность этой Вселенной. Это был третий расклад на колесо года. Все три расклада, как мне кажется, очень хорошо проигрались, очень хорошие расклады. Очень хорошие расклады нынешних союзов, очень хорошие моменты в этих отношениях. Если вам нужна моя помощь, личные расклады, вы все ссылки найдете в описании канала. И там уже подробно можете задать вопрос и подробно уже сделать расклад. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. В комментариях пишите, принимаем с благодарностью, потому что это высшая форма любви. Поблагодарить Вселенную за то, что вам все это дается, и за то, что вы живы, здоровы, у вас есть ручки, ножки, и вы можете радоваться, жить, смотреть на солнышко, на небо и любить. Я благодарю вас за то, что вы были со мной. Желаю вам любви и удачи и жду вас на личных раскладах. Ссылка в описании канала. Обязательно с вами еще увидимся. Пока-пока!